У нас с вами снова разговор про программирование на языке Python для начинающих. И мы на самом деле добираемся чуть ли не до последнего синтаксического элемента в этом разговоре, который очень важен на самом деле для всего Python и для его как раз использования начинающими при решении боевых задач, а именно для словарей. А вот. Словари — это очень-очень-очень нужная штука. Сначала немножко бла-бла, как обычно. У нас есть прекрасный элемент данных в Python, который называется списки, который, вообще говоря, можно применять для всего. Почему? Ну, потому что мы с вами знаем, что списки в Python одновременно еще и массивы, вот, одновременно и... Сейчас мы тут вот одну такую вещь сделаем. Одновременно и динамическая структура данных, с которой можно работать. Да? В общем, это круче, чем массивы в таких старых языках программирования. Они динамические, у них очень быстрая, тем не менее, быстрая индексация, константное время. То есть нам не нужно искать, скажем, 20-й элемент нашего списка. Вот. И у них еще... быстрое добавление в конец, да, как во всякий массив, добавление и удаление из произвольного места, оно занимает некоторое время, надо сдвигать все эти элементы. Удобный, значит, интерфейс к одновременно быстрой и динамической структуре данных, в которой можно что угодно хранить. В списках можно хранить что угодно, мы с вами это помним. Можно хранить строки, можно хранить списки. Вот у нас в прошлый раз был на этот счет разговор. Вот. Ну и вообще, что хотите, можно хранить. Вот. Значит, у списков есть единственный недостаток, который, возможно, поначалу не воспринимается как таковой, но тем не менее является в некоторых случаях. Это то, что элементы в списках расположены по номерам, причем начиная всегда с нуля и там заканчивая. Ну, короче, они индексированы. Индексирование в списках хорошо тем, что, повторяю, обеспечивает нам мгновенный поиск по индексу. Мы просто, грубо говоря, в памяти прибавляем размер идентификатора, ну, этого самого ID объекта, к его номеру, получаем место в таблице и ссылку на идентификатор. Вот. А в обычных массивах прям обычный, вообще прям сам элемент. Ну, просто в Python нет. Мы не занимаемся обычными массивами. Но для того, чтобы с помощью списка организовать такую структуру данных, которая бы позволяла указать некоторое произвольное соответствие вот не номеру, а произвольному ключу объекту, предположим, ну не знаю, там какую-нибудь картотеку составить, да, картотеку вида там, значит, вот какой-то пользователь Джордж, да, у него, к нему прилагается какой-то список данных про него, там, не знаю, там, ник, да, еще там что-нибудь, там возраст, еще что-нибудь. Вот. Только, ну, нет такой структуры данных, не так, можно такую структуру данных соорудить, но она будет состоять, грубо говоря, из вот таких пар, да, то есть мы можем что сделать? Можем составить список, в котором будут вот такие пары. Значит, первый элемент — это ключ, а второй элемент — это, значит, вот какие-то сведения. Ну, короче, то, что мы храним, ой, то, что мы храним по ключу. Да, вот. Ну, давайте только его запишем куда-нибудь, да, там. Вот. Ну, можем добавим туда еще один a.append, только большое. Добавим туда еще один такой элемент, ну, скажем, сколько Пол Маккартни лет? 45-й год, а нынче у нас 21-й. 55, 71. Че, правда 71? Ну, похоже на то. Или все-таки 81. Сейчас, 45-й, значит, 55 и плюс 20. 76, вот. Вот это похоже на правду. Ну и что там еще про него написано? Ничего. Мы не знаем ничего про Пола. Вот. Names.
Да, это же была это самое, этот же был кортеж, мы же кортеж там храним. Вот у нас получается массивчик такой, в смысле списочек, из пар, да, вот в каждой паре содержится картотеки, содержится имя, да, и, значит, какая-то информация про этого человека, что-то мы там с ним делаем, там, не знаю, вот, например, с течением лет, значит, возраст надо будет обновлять или еще что-то. А для того, чтобы найти человека в такой картотеке, понадобятся так сказать, ну, понадобится поиск. В частности, мы не можем взять просто и сказать, а вот где тут у нас пол в этом самом списке. Нам нужно написать что-то типа for ключ, запятая, значение in a. Ну, давайте сначала напишем print, ключ, запятая, значение. Вот они. Даже можно, знаете, как написать красиво. Красиво написать. Вот так можно написать. И даже еще красивее можно написать. Да, можно написать что-нибудь вот в таком духе. Ой. Нет, не в таком, конечно. А вот в таком. Двоеточие, а здесь звездочка В. Во. Что я сделал неправильно? А, не умеет. Хорошо, не умеет, так не умеет. Подумаешь, проблема. Вот. Значит, для тех, кто в танке, или, вернее, наоборот, кто не в танке, скажу, что вот эта конструкция делает. Возможно, я это упоминал, когда говорил про функции, но вы можете передавать функции вместо списка параметров один большой тюпль, ну, вернее, любую последовательность, со словами вот распакуй эту последовательность и передай. Вот в данном случае мы функции print передали 4 параметра. Вот этот и еще 3 из этой последовательности. 1, 2, 3. Мы их распаковали, передали, вот он их, видите, как вывел, собственно, как собиралось. Вот, довольно удобный трюк для того, чтобы выводить последовательности с помощью принта без всяких вот дополнительных знаков к ним. Обратите внимание, кстати, на форму цикла for. Возможно, у нас такой не было или была, но только вскользь. Если к нам в этой последовательности приезжают, в свою очередь, последовательности, а у нас это были пары, да, строка, список, то эти последовательности можно отлично раскрывать в несколько имен, да? Сюда приедет нулевой элемент, сюда приедет первый элемент. Вот, да? Получается красиво. Опять же, боюсь всех запутать, но очень хочется, руки чешутся, сказать, что на самом-то деле можно же и так делать, вот такую сложную картинку устроить. Сказать, смотрите, приезжает два элемента, один из которых, в свою очередь, последовательность. Это ник, возраст и что-то еще, ETC. Вот. И тогда здесь можно написать прям ник, прям здесь вот, да, data, age. Нет, не так. Сначала в скобках ник, да. Вот. H. ETC. Ну-ка. Тра-та-та. В чем идея? Идея в том, что любые множественные связывания в питоне могут быть группированы. Вот здесь вот мы сделали что? Мы здесь аж три уровня вложенности раскрыли. Мы прошли по списку А, в котором есть последовательности, каждая из которых является парой. Причем в этой паре первый элемент мы не раскрыли, а второй элемент является тройкой. Вот. Вот эти скобочки не означают, что в этом месте написан кортеж. Нет, это левая часть нашего связывания. Они означают, что приехало две группы, в одной из которых еще три. Ну вот. Такая вот штука. Если до кого-то такая премудрость не дошла, не заморачивайтесь, это просто удобный сахар такой для быстрого раскрытия. А так, в общем, без разницы. Да? Напоминаю, что здесь у нас написана форматная строка, в которых фигурные скобочки просто перечислены те имена, которые можно найти в namespace. В данном случае это переменные k, nick, age и etc. Ну вот, собственно, и все. Так вот вопрос, да, это я тут отвлекся на красивые картинки, а на самом деле вопрос. Вопрос состоит в том, как нам найти, ну, скажем, данные по этому самому полу.
Для того, чтобы найти данные по ключу, в такой модели нашего, не побоюсь этого слова, словаря, нам придется пройти по всему списку от начала до конца. На предмет того, есть ли в нем ключ или нет. Да? Что-то типа такого. Вот здесь поставить if ключ равняется, ну скажем, пол. Вот. И только в этом случае печататься. Поскольку ключ может лежать где угодно в нашем списке, то он вполне может быть в конце, и его может не быть. В случае, если ключа нету, ну не знаю, кого тут, кого там не было. Вот. Был, кстати, PitBest. Давайте не Pit. Давайте. Вот. Да, значит, если мы указываем ключ, которого вообще нету, то в результате нам придется пройти весь список от начала до конца для того, чтобы понять, что там такого элемента нет. Вот. В принципе, как видите, несложно. Структура сама по себе довольно аккуратная. Вот. Если мы проходим это списком, мы все равно умеем разделять на ключ и значение. Вот, поэтому, ну, вроде бы, почему бы и нет. Вот, но вот эта идея, что каждое обращение к нашему такому импровизируемому словарю будет занимать, грубо говоря, линейное время, а в среднем нам придется просмотреть половину элементов словаря, чтобы найти существующие в нем, то, в общем, становится понятно, что это не очень удобная структура. Она будет медленно работать, ну, как бы увеличивать при увеличении объема данных там, в 10 раз, она будет начинать работать в 10 раз медленнее. Вот список наш не будет работать с такой же скоростью, в какой бы, сколько бы мне элементов не положили, а скорость работы вот такой структуры будет уменьшаться во столько раз, во сколько мы увеличим ее объем. Вторая проблема состоит в том, чтобы начать хотеть что-нибудь интересного. Например, мы не хотим, чтобы в этом списке дважды встречался один и тот же ключ. Да? Ключ хотелось бы, чтобы в словаре был уникальный. Кстати, я забыл это написать. Давайте попробуем дописать. Давайте вот тут вот один, а вот тут два. И здесь напишем, что она должна быть с уникальными ключами. И тут получается, что теперь даже добавление в такую структуру будет занимать линейное время, потому что нам нужно сначала пройти по ней всей, узнать, что этого ключа нету, в этом случае, значит, добавить, а в случае, если ключ есть, заменить вот эти данные на другие или что-то с ними сделать. Короче говоря, вокруг такой модели придется наворачивать некоторую обертку, и эта обертка будет почти всегда или вообще всегда работать медленно, в том смысле, что она будет в среднем каждый раз на каждое обращение просматривать половину нашего словаря и, значит, соответственно, ну, на больших данных, да, там, если словарь в миллион элементов, посмотреть придется полмиллиона. Что мы можем сделать? Помните, у нас было домашнее задание на двоичный поиск. Мы можем попробовать положить эти значит, элементы в А в отсортированном виде. Они у нас, по-моему, сейчас и так отсортированы, да? Отсортированы, разумеется, по ключу, по первому элементу. Вот. Тогда процедура поиска будет занимать не линию, а, ну, в смысле, не N, алгоритм от N, мы знаем, да, делим пополам, потом смотрим, в какой половине наш результат, поскольку все упорядочено, и мы видим, справа или слева от серединки он лежит. Ну и так дальше делим все время пополам. У нас такое домашнее задание было. Вот, но, как вы понимаете, ничего не бывает бесплатно, и в такой структуре, например, не будет добавления в конец мега дешево, как в обычных списках и как вот в той структуре, которую мы только что придумали. Да? В такой структуре, для того, чтобы добавить в конец, даже если мы не соблюдаем уникальность ключа, просто чтобы добавить в конец, это будет не конец, потому что вставлять надо будет не в то место, не в последний элемент, а в то место, которое не нарушает порядок сортировки. Вот. Значит, любая вставка будет тоже линейной. Короче говоря, неудобно. Лучше использовать обычные списки, а вместо вот этого ключа, ну, ключите, заучивать наизусть. Джордж 0, пол 1. Так себе, конечно, идея.
На самом деле есть такой механизм, который позволяет гулять по произвольному объему данных в идеальном случае быстро, и эти данные будут вполне себе сами по себе неупорядоченные, вот как наши имена Пол и Джордж, а не упорядоченные, как наши индексы от нуля до чего-то. Вот. И этот механизм называется хэш-таблиц. Мы не будем сейчас говорить про то, как она устроена, потому что тут некоторое количество математики и некоторое количество алгоритмистики такой. Дело в том, что в Питоне это все, как мы сейчас увидим, абсолютно под капотом. Туда можно на нашем с вами уровне не заглядывать пока. Вот. Идея хэш-таблицы стоит в следующем. У вас есть какая-то функция, которая ваш ключик, вот этот ключик, Джордж Пол, превращает в число. Такая функция, кстати, в Питоне есть, она называется хэш. Вот. Этот самый хэш гарантированно в одну сторону однозначно соответствует. То есть, сколько раз бы мы не написали хэш от Джордж, всегда будет вот такое значение. Вот, значит, число. Дальше мы прикидываем, сколько примерно мы будем хранить такого рода значений в таблице. Ну и от этого числа вычисляем остаток отделения, ну не знаю, там, допустим, их будет не больше 64. 20. Таким образом, мы можем организовать массив на 64 элемента, в котором будем хранить объект, соответствующий ключу Джордж, на 48 позиции, а объект, соответствующий ключу Пол, сейчас узнаю на какой, на 42 позиции. Шикарно. Вот вам, пожалуйста, с помощью встроенной питоновской функции хэш мы почти смоделировали настоящий словарь. То есть мы сделали так, что чтобы вместо непонятного ключа, которых может быть 100-500 миллионов, мы получили вполне понятное число, вот, да еще и как бы довольно маленькое. Вот. Понятное дело, что если у нас таких элементов, имен, будет, допустим, сотня, то для разных имен мы получим одно и то же значение. Вот. Сейчас попробуем подобрать такое имя. Это было слово хэш, извините. Сколько там? 42? 42 же, да? Давайте не так. Вот так вот. О, нет, что, нету? Нету. А, естественно, процент я забыл. Процент я забыл, процент я забыл, процент я забыл, процент. Сколько? 64 мы сказали, да? 64. Вот. Оказывается, если бы мы вот прямо в эту табличку попытались положить человека с именем Аг, я уж не знаю, бывает такое или нет, вот, но тем не менее, то он бы сконфликтовал с нашим полом. Вот. Упс. Ну и дальше начинается. Как сделать идеальную хэш-функцию? Как сделать предположение о том, какое количество элементов? Что будет, когда элементов станет больше? Надо брать в два раза больше памяти, и 64 здесь заменить на 128. И так далее, и так далее, и так далее. Вот это все остановится под капотом. А основной механизм примерно такой. Если вам нужно хранить, скажем, 100 или там вот, да, там степень двойки, а 64 элемента в памяти, у которых есть ключи, и из этих ключей можно вычислить хэш, Python для вас заведет гораздо больше памяти, ну, скажем, 128, а то и 256 таких ячеек памяти.
Потому что в этом случае вероятность того, что эти хэши пересекутся, низкая. Вот. И разложат там эти самые элементы. Если они там как-то заклешатся, то есть вы подобрали такие, нарочно подобрали такие имена, как пол и аг, чтобы этот хэш, значит, пересекался. Ну, что поделать? Ну, там всякими хитростями переместят в соседнюю ячейку. Вот. В общем, такое. Идея главная состоит в том, что мы превращаем после некоторых манипуляций и кое-каких алгоритмических приседаний вот эту структуру обратно в наш любимый список с индексами. Вот эти индексы, да? Просто он, этот список, будет больше, там будет много пустых мест, и там будет какая-то логика обработки ситуаций, то, что называется хэш коллижн, когда у нас коллизии кэшей, когда у нас хэшей, когда у нас внезапно вот эта вот чиселка совпадает для двух нужных нам ключей. Вот. А в основном это будет вести себя так же, как питоновский список, он же динамический массив, увеличиваться, если места не хватает, ну и вот это вот все. Вот так устроен в питоне конкретно словарь. Вот. Давайте попробуем его создать. Словарь D равняется. Задается он фигурными скобочками и теми самыми парами, только вот на этот раз без вот такого количества ерунды. Да? А давайте прям воспроизведем его. Смотрите, что я могу сделать. Только дикс. Вот. А вот это словарь. То есть мы можем написать D равняется и вот прям вот эту вот штуку вот сюда вот вставить. Вот. Давайте я сделаю поширше, чтобы было видно. Да? О. Вот. Что это за структура такая? Это вот эта вот таблица с парами, в которой есть, ну давайте, D. Прямо вот так. Элементы. Вот. Ну, которых нет, там нету. То есть мы можем обращаться и с точки зрения нас, как программистов, словарь — это такой список, у которого вместо индекса произвольные хэшируемые объекты. Ну, что такое хэшируемый объект? Не буду, как это сказать, разводить теорию. Хэшируемый — это значит константный. Вот любой константный объект может быть индексом в словаре вместо чисел от 0 до n, как в случае списка. Вот. Видите, какая красивая штука? Ну, то есть, вот, а дальше все прям вот как по описанному. Мы можем обратиться там ко второму элементу, да? Это многоточие, этот эллипсис. Давайте лучше к первому. Никого не смутило, что вот здесь вот я написал многоточие, а питон это сожрал. Вот. На самом деле это есть такой синтаксический сахар для математических библиотек, в которых нужно делать хитрые сечения с опусканием некоторого количества индексов. Вот он использует, многоточие заменяется на специальный объект типа эллипсис. Я как-то забыл про это, а он мне ошибку не выдал, но так он эллипсис сюда и приехал. Ну, неважно. В конце концов, вот считайте, что это такой объект. Это и есть такой объект, что я говорю. Да. Так вот, смотрите, словарь — это такой список, у которого вместо индекса, ну, скажем, строки или тюпли и кортежи, ну, короче, любые константные элементы, вещественные числа. Вот. Что с ним можно делать? Во-первых, в нем можно что хочешь хранить. Точно так же, как мы что хочешь можем хранить в списке, только на этот раз у нас еще и ключ условно любой. Ну, давайте сейчас покажу, что значит условно любой. Допустим, я хочу записать d равняется 1, двоеточие 2, там, двоеточие, какие еще бывают хэшируемые объекты, known, он тоже хэшируемый, known, двоеточие, 100, 500. Что мы еще знаем из константных объектов? А, мы обещали вещественное число. Во. Ну вот, пожалуйста. Как видите, словарю вообще все равно, какого типа у него элементы, лишь бы они были хэшируемые, а не не хэшируемые. То есть, если мы, допустим, попытаемся тут список. А, кортеж можно. Во.
Кортеж тоже можно. Мы помним, что кортеж — это константный объект. А вот если мы попытаемся сюда модифицируемый объект вписать, например, список, нам скажут, что нельзя. Unhashable type, видите, он говорит, а список нельзя. Почему? Не буду я выступать в теме, в стиле «потому что because». Список нельзя, потому что хэш гарантирует, совпадение хэшей, гарантирует, что объекты, скорее всего, равны. Понятное дело, что мы с вами уже видели, что слишком маленький хэш приводит к тому, что у него бывает коллизия. Вот. Но, тем не менее, если хэши не совпадают, объекты точно не равны, если они совпадают, то они равны. А если объект модифицируемый, вот эта функция хэш внезапно должна каждый раз, когда мы к этому объекту обращаемся, при каждом написании вот такой штуки, его пересчитывать. В действительности Python так не делает. Любой константный объект сразу рождается с хэшом. Вот. То есть создается константный объект, ему тут же где-то там в структуре данных приписывается его хэш, потому что когда мы к нему сходим, ничего не надо будет вычислять. И этот хэш никогда не изменится в течение времени жизни нашего константного объекта, потому что объект константный. В результате эта функция будет работать быстро, и на ее основании можно делать всякие интересные алгоритмы, например, словари. А вот если мы позволим в языке, на уровне языка, считать хэши от динамических объектов, придется это делать каждый раз, когда мы к этому объекту обращаемся, мало ли что, вдруг он изменился. Вот. Поскольку это все сильно бы замедлено, в Питоне такая вещь запрещена, то есть объекты под хэшом могут быть только константные, потому что на самом деле этот хэш для них уже посчитан и где-то лежит. Кстати сказать, я сильно подозреваю, что хэш целых чисел вообще не считается. Вот. Хэш целого числа и есть это число. А вот хэш строки, я думаю, считается. Да, считается. Такие дела. Значит, словари. Ну, собственно, конструируются они так, вот. Точно так же, как в списках, на самом деле, в словарях бывает и циклический конструктор, вы можете написать что-нибудь более хитрое. Ну, например, вот. Обратите внимание, что форма этого циклического конструктора абсолютно такая же, как для списка. Да? Первая формула — это для ключа. Вторая формула — это для значения. Дальше for и in, for, переменные in последовательность. Все. Да? Такая же фигня может быть с фильтром. Вот, как помните, мы говорили if и процент 5, допустим. Да? Такая же фигня может быть с фильтром. Здесь мы пропустили ситуацию, когда остаток отделения и на 5 был 0, то бишь пустой. Да, и вот у нас действительно нету 5 в этом списке. Нет. Нуля в этом списке нету. А, и 5. Сейчас. Нуля нету, а что есть? 1, 3, 5. 1. 1, 2, 3, 4. Да. Да и 5 тоже нету. Видите, ни нуля нету, ни пяти. Все правильно я сказал. Вот. Что при этом произошло? Наш циклический конструктор сформировал пары. Это строка, это число. Строка отлично является хэшируемым объектом, поэтому, ну, короче, вот. Радость и счастье. Вот. Как мы уже говорили, у словаря, кстати, давайте посмотрим его тип. Type, ну, dict. Вот я эту конструкцию использовал где-то здесь, смотрите. Во! Во, видите? Я создал этот dict прямо из этого самого. Да, так вот, как мы уже говорили, индексами, то есть с нашей точки зрения словарь это такой список, у которого вместо индексов что угодно, ну почти что угодно, это константы. Вот. По словам константа я не имею в виду, разумеется, константы не переменные. Разумеется, там может быть переменная, ну смотрите. Да. Конечно, могут. Я имел в виду, что тип объекта должен быть неизменяемый. Хэшбл. Вот.
Ну, а, соответственно, значения какие угодно вообще. Вот в правую часть можно было положить что угодно, потому что, ну, какая разница, что хранить. В списке же мы тоже что угодно можем хранить. В силу трюка с хэш-таблицами, вот такая индексация, такой поиск элемента с ключом А работает почти что мгновенно. То есть максимум, что придется сделать, это вычислить эту хэш-функцию. И в случае, если происходит коллижн, посмотреть куда-то дальше. Там это достаточно большая редкость в питоне, коллижн. Вот. А вот возможности по вот использованию такого рода структуры, они просто безграничные. Мы уже поработали с картотекой. Вот. Но можно еще кое-чего. Прежде чем мы поговорим про возможности, про применение, давайте еще поговорим про возможность. Что еще мы можем сделать с нашим словарем? Понятное дело, что индексирование, а это мы помним, что квадратные скобки — это просто операции индексирования, которые где-то там в словаре реализованы. В словаре реализовано индексирование, но, разумеется, нету секционирования, то есть, потому что совершенно непонятно, как указывать. Вот в случае списков мы говорим range, а в случае, ну, там, точнее, не range, а это называется... Слайс она называется, вот. Да? В случае словаря, в случае списка мы можем передать число, а можем передать слайс. В случае словаря мы можем передать только хэшируемый объект, и вот из него... Спасибо, спасибо, Димка, человек с ником Димка. Но я уже нашел. Видите, мы одновременно... Как это? Я тупил примерно столько же, сколько лаю у наших лекций. Вот. Да. Так вот, значит... А в случае словаря слайсов нет, потому что совершенно не очевидно, как вообще их организовать, от чего до чего. Вот. Мне пришла в голову безумная совершенно идея. Абсолютно безумная идея. Нет, unhashable. Вот. Значит, идея не сработала. Что еще можно делать со словарями? Так. А, у словарей есть одно важное свойство, которое появилось 2 года назад в питоне. Вот, или даже год назад, или полтора, ну как-то вот так вот, полтора, наверное. Которая состоит в том, что в словарях хранятся элементы в порядке их туда добавления. Это надежное свойство питонского словаря. То есть они там не абы как валяются, а в том в порядке, в котором их туда положили. Вот смотрите, вот у нас мы положили в нашем циклическом конструкторе сначала 1, потом 2, потом 3, потом 4, да? Тут они упорядочены, но никто не мешает нам положить, допустим, 0 сейчас туда, сказать d.0 равно, ну, скажем, 100-500. Или давайте -42, потому что, чтобы мы видели, что порядок — это только порядок добавлений. Вот. Еще раз напоминаю, что ключи могут быть какие угодно, я просто для красоты выбрал такой же формат, который был. И значения могут быть какие угодно. Вот. Если мы сейчас отсюда удалим какой-то элемент, скажем, del, d, какое там, ну, скажем, второе, он, в общем, оттуда исчезнет. Если мы заново добавим, он будет уже в конце, потому что мы его сначала удалили, а потом добавили. Я так надеюсь, давайте посмотрим. Да, вот он в конце появился. А если мы модифицируем какой-то элемент, ну, скажем, d третье, d третье равно, ну, скажем, куку, напоминаю, что это все равно, да, то от этого, разумеется, порядок не поменяется. Раз уж он был на второй позиции, то он и останется на второй позиции. Да, совершенно справедливо. Вот тут Максим. Кажется, я знаю этого Максима. Здравствуйте, Максим. У меня ощущение, что мы с вами знакомы. Вот. Вот Максим напоминает, что это произошло в 3.7 питоне. Скажем так, свойство это появилось в 3.6, а в 3.7 оно стало гарантированным. Да. Так вот, значит, есть такое свойство. Им можно пользоваться. Мы, кстати сказать, я вот забегу вперед, можем из нашего словаря получить отдельно список ключей, отдельно список значений, отдельно список пар. Вот такой же точно список пар, как мы в начале, каким мы в начале словари моделировали, из которого мы его создавали вот тут вот. Где тут было? Вот, диктат Т где-то тут был. А, вот он, да? Вот. Правда, это будут не списки,
Потому что список – это хранимая последовательность. А вычислимые последовательности, потому что зачем хранить то, что уже хранится? Да, это такие будут просматривалки. То есть, если мы напишем d.keys, то мы получим некоторый объект, типа dict_keys, но вот мы на него можно посмотреть, видите? И вот они тоже идут в порядке добавления 1, 3, 4, 0 и 2. Да? Точно так же d.values. И это, соответственно, значение, список значений, которые у нас были. И список пар, items. Да, еще раз повторяю, это не списки, это несколько другие типы данных, вот, типа dict_case, dict_values, dict_items. Но с нашей точки зрения они всем хороши, они являются последовательностью, их можно в цикл запихать. Мне кажется, они даже индексируемые, хотя в этом я не уверен. Не индексируемые. То есть по ним можно циклом пройти. Но это уже хорошо. Вот. Опять-таки, забегая вперед, раз уж мы тронули эту тему, забегая вперед, скажу, что если мы проходим циклом под словарю, то на самом деле вместо словаря подставляется вот этот dict_case. То есть если мы, например, напишем for k in d, print k, то в действительности выполнится вот такая функция. d .keys. Вот. Почему так? Ну, потому что словарь сам по себе это конструкция сложная. И если вы внезапно хотите пройти по нему списком, циклом, то, собственно, есть три варианта. Да? Вернуть пару, пары, да? Вернуть значение, вернуть ключи. Чаще всего, просто чисто алгоритмически, удобнее возвращать не пары, а именно ключи. Вот. Такая договоренность. Такая договоренность, что когда мы превращаем список в сколько у нас тут? 5, да, элементов. Превращаем список в превращаем словарь в последовательность и смотрим на него как. Это D было. Смотрим на него как на последовательность. Да? Вместо него подставляются его ключи. Вот. Тут, кстати, видите, что произошло? Множественное связывание. Справа стоит словарь, слева стоят 5 элементов. Идея состоит в том, что это вместо словаря подставится этот самый keys. У этого keys 5 элементов, они отлично разложатся налево. Вот, например, f это 3. Вот. Это что касаемо прохода словаря цикла. Мы могли так, а могли, кстати, ну давайте уж до кучи. For. Тоже, кстати, довольно типично для обхода. Да? Ключ key val in d print k, запятая v. Вообще, мы этот цикл уже... Не d, естественно, d.items. Вот. Вообще мы где-то это уже видели. Такой цикл, да? Вот. Это список пар. Да? Превращаем словарь в список пар. По умолчанию словарь является просто списком ключей. Ну, вернее, последовательностью. Так, что еще можно делать со словарями? Чуть мы никак не дойдем до применения их в реальной жизни, но, видимо... Давайте мы немножко поговорим про применение словарей, просто переключимся немножко, да, а потом вернемся к тому, какие над ними возможны операции, но главное не забыть про это. Значит, применение словарей. Ну, во-первых, картотеку мы с вами уже разглядывали, да. Более узкое применение можно, например, сделать словарь, просто словарь, да, с переводом, да, значит, слева одна... строка, справа другая строка. То есть такую таблицу трансляции. Да, значит, таким образом можно, например, заниматься каким-нибудь шифр Цезаря реализовать. Да, там, даже не Цезарь, у Цезаря сдвиговый шифр, а этот самый шифр, когда произвольный символ заменяется на другой произвольный символ. Ну, не знаю, там. А, там, допустим, Е, да, там, Б, допустим, С. Ну, только я, естественно, неправильно скобочки поставил.
ну и так дальше, да, и вот, и просто подставлять вместо одного значение другое. Такая конструкция имеет название таблица трансляции, да. Мы просто, проходя for c in, допустим, if c in s print s c t end равняется ничего. Нет, давайте без енда. Else. Вот. Else что? Print C. А, только там B должно быть. Ну, в общем, вы меня, кажется, поняли, да? Мы в последовательности... Здесь вот B. Мы в последовательности символов заменяем один на другой, если они заменяются. Да, значит, обратите сначала внимание вот на этот in. Он тут такой совсем маленький и коротенький, а в действительности это довольно интересный конструкт, вот, который нужно понимать. Ну, начнем с того, что поскольку справа стоит последовательность, а мы помним, что операция in работает над последовательностью, то в действительности вместо s у нас подставляется что? Правильно, его ключи. То есть на самом деле поиск происходит не в словаре, а в, вот в этом, вот в этом списке ключей. Вот. Во-вторых, эта операция линейна. Мы помним с вами, что... Кстати, нифига на... Интересный вопрос, кстати. Не должна быть она линейна так по-хорошему. Возможно, она не линейная, потому что я предупреждал уже, что dict case это не список. Вот. По-хорошему, эта операция должна быть быстрой, потому что мы помним, что поиск ключа зависит от, исключительно от качества хэша в хэш-таблице. Вот. Но, тем не менее, вот эта проверка, это прям целая проверка. Мы проверяем, нет ли у нас в нашем словаре соответствующего ключа. Если есть, пишем одно, если нет, другое. Иногда бывает удобно не размазывать вот это вот на 4 строчки, а воспользоваться специальным методом, который называется get, который делает все то же самое, но ему можно подсунуть значение по умолчанию. Смотрите, s, допустим, beta, это то же самое, что s, get от b. Прям совсем то же самое. Одно просто заменяется на другое. Вот. Но в отличие от... вот такая штука не работает. Вот такая штука... Ой. Давайте ее сделаем print. Вот такая штука возвращает known. В этом разница. Да? То есть, если мы используем get, у нас никогда не будет ошибки. Просто в случае, если такого элемента нету, такого ключа нету, вернется known. Ну и мы в конце концов можем вместо known подставить что хотим. Вот. Таким образом, вот эта конструкция у нас превратится в достаточно компактную вот такую. Print, что там, s.get от c, запятая c. Только c маленькая. Вот. Почему так? Ну, потому что либо мы берем содержимое нашей таблицы трансляции по ключу c, а если такого ключа нет, выводим его неизмененным, не транслированным. Ну, такая красота. Мне кажется, даже... Ща. Тут я опять... у меня это... А, вот а есть, да, какое-то? Help от a.translate. Нет, это более сложная функция, не будем мы с ней работать. Хотя, конечно, очень было бы
заманчиво, но кажется, я не прав, и так не бывает. Давайте проверим все-таки, чем черт не шутит. Ну, не должно заработать. А! Нет, видите, она не сработала. Там по-другому должно быть все устроено. По-другому должно быть устроено. Там должны быть ordinals, то есть порядковые номера этих самых. То есть вот вместо А здесь должно быть ord от А. Ну, ладно. Раз уж пошел разговор на эту тему, давайте я его продолжу. Что уж делать-то? S, давайте ord. Ну, хотя. S равняется... Да, что такое ord? Может быть, кто-то не помнит. Ord — это порядковый номер символа в таблице Unicode. Причем в какой-то встроенный в Python таблице Unicode, потому что настоящий Unicode выглядит немножко не так. Там есть какой-то номер в секции, вот эта вся фигня. А тут, видите, какая-то штука. Давайте, что ли, попробуем хекс. Но я думаю, что никакого соответствия U042B, да? Четвертая секция. Очень похоже, кстати, на что-то такое, да? Четвертая секция, номер 2B. Похоже. Ну, неважно. Какой-то номер в таблице Unicode. Да? Вот. Значит, ord. Соответственно, вот этот метод translate, про который мы не говорили, когда говорили про строки, потому что он хитрый, и ему нужен маппинг, то бишь словарь. Вот. А мы еще не знали словарей. Этот метод translate, у него слева в качестве ключей используются вот эти номера, а справа используются, что хотите, тоже номера или строки, или что хотим. Давайте попробуем, раз уж все равно мы затронули это, чтобы гештальт закрыть. Значит, ord от A, это у нас 97, это у маленького А, C, допустим, 99. То есть наша таблица трансляции должна выглядеть так. 97. Это заменяем его на, скажем, и 98 заменяем на b, а 99 заменяем на c. Так, получаем теперь, ну не знаю, допустим, строчечку какую-нибудь. Так, только это не бук, а блок должен быть. Блок. Во. Да? Значит, s.translate. Вот s. It works. Вот. Почему сделать так, не знаю. Видимо, для того, чтобы лишний раз вот эту перегазировку туда-сюда из ordinal в строку и обратно не делать. Вот. Значит, слева стоят порядковые номера, то бишь номера в кодировке, а справа стоят строки, на которые их заменяют. Вот взяли и заменили. Обратите внимание, что для этого инструмента нам понадобился как раз словарь вот в чистом виде, да, что на что. Вот. Только тут слева, видите, номера. Ну, в этом разница. Да, кстати, обратная функция, вдруг я не говорил, обратная функция chr. Вот, например. Да. О, какая страшное чудовище. Во. Ну, в общем, вы меня поняли. Так, еще одно отступление от темы, как-то я безбожно отвлекаюсь. Еще один способ использования словарей — это то, что в математике называется разреженные матрицы. Не то чтобы это был хороший способ моделировать разреженные матрицы. Но если вдруг вам понадобится массив, ну или список, в котором есть всего 10 элементов, или, скажем так, не больше 10. Первый, 20, 150, минус 18.
ну или там 18, то заводить для этого специальный список на 100-501 элемент как-то очень не хочется. А мы заранее знаем, что из этих 150 элементов, возможных индексов 100-500, будет занято от силы там десяток. Поэтому вместо списка мы можем смело заводить обычный словарь, в котором индексом являются номера, как будто это был список. Только он не будет хранить те элементы, которые вы туда не положите. Он не будет заводить всю гармошку, последовательность с каждым индексом. Он будет хранить их по индексу. Ну, например, так. Какой я сказал? Первый. 100-500-ый. Восемнадцатый, да, и еще какой-нибудь, там, не знаю, 42-й. Вот. Как обычно, я неправильную скобочку поставил. Давайте поставим правильную скобочку. О! Вот. При этом обращение к этому массиву внезапно будет работать к этому списку. Работать как обращение к списку, и никто этого не заметит. Вот. За исключением, ну то есть совсем не заметит, за исключением ситуации, что у нас между первым и 100-500 элементом будет только 18 и 42, а второго, например, не будет, равно как и нулевого. Вот. Иногда бывает полезно. Кроме того, есть такое совсем уже извращение, но оно тоже, в общем, работает. Когда вы имитируете многомерные массивы, не при помощи списков, 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 как мы это делали в прошлый раз, а при помощи словаря, у которого в качестве ключей используются кортежи. Ну, например, давайте так сделаем. Вот у нас есть словарик for in range от, допустим, 5. For g in range, допустим, 4. И, допустим, dd и запятая житая равняется, ну сколько? И умножить на 10 плюс g. Вот. Обратите внимание на то, что я воспользовался фишкой Питона, в которой сказано, что иногда вокруг кортежей можно вообще не ставить скобок. Если там ничего лишнего нету, кортеж распознается и без скобочек. Вот он у нас распознался и без скобочек. Смотрите, как красиво. Вот. Что мы при этом получили? Мы получили, в общем, на самом-то деле словарь на 20 элементов, каждый из элементов которого является кортежем. И к нему можно ходить, ну, почти как к массиву, даже, а в каком-то смысле удобнее, потому что у нас иксы являются, хотя там, кто его знает, кто там икс, кто там игрек, да? Он же на самом деле вот так вот там лежит. Ну, неважно, да? 4,5. Нету 4,5. 3,4. 3,4. Чего? А? Да что ж такое-то? Да, потому что 4 тоже нету. Я тупой. 2,3. Ну, наконец. Да? Четырех нету. 2. Да? Ну, или там 4, 1. Вот. То есть вы совершенно смело можете потом, вот, да, там, for in range от 1 до 4, for g in range от 1 до, допустим, 3, да, print dd из btg. Вот здесь вот так. Да, вы вполне можете вот эти индексы сами подставлять. Вот. При этом, что происходит на самом деле, почему я говорю, что это не очень хорошая замена соответствующим матрицам, происходит довольно медленная операция. Да? Формируется кортеж, отдается в список. Когда формируется кортеж, у него формируется хэш.
не в список, в словарь. Словарь этот хэш ищет по хэш-таблице, находит. Ну, в общем, понимаете, да? Это существенно медленнее, чем работа с многомерными массивами, но это такой вот дешевая пластиковая замена с достаточно аккуратной индексацией, да, то есть. Ну да, и конечно же, вы можете туда вписывать, что хотите. Вот вам, пожалуйста. Вот. Такая вот внезапная штука. Давайте я, что ли, у нас осталось всего две темы по словарям, вот, поэтому какую из них какую. Давайте я все-таки вернусь сюда, потом не забуду вот это. Что еще можно сделать со словарями? На самом деле это еще не все. Во-первых, давайте посмотрим просто, что они сами про себя говорят. Какие у них бывают методы у словарей. Значит, ну, что мы помним из списков? Что в списке есть метод копи, который делает плоскую копию словаря, списка, ну и словаря тоже. Значит, чтобы его сдублировать, мы помним, что список можно еще сдублировать путем взятия от него микробаяна, ну, в смысле, секции от начала до конца без указания параметров. У словаря секции нет, поэтому копи — это важный метод. Напоминаю также, что копи не глубокий, это копи одноуровневый. Если у вас там внутри лежат списки или какие-то структуры динамические, которые тоже, в свою очередь, рекурсивные, они не скопируются, у вас будет просто новый словарь, который содержит ссылки на те же самые объекты. Помимо метода get, который мы с вами уже смотрели, есть еще смешной метод, который называется setDefault, он еще интереснее, смотрите. Вот у нас есть словарик какой-то, вот он, и мы хотим атомарно за одну операцию не просто взять у него элемент, которого то ли есть его, то ли нету, да, там. Но дело в том, что в следующий раз его тоже не будет. А хотим сделать так. Значит, покажи мне элемент под индексом таким-то. Давайте напишем индекс существующий. Да? А если его нет, этого элемента, создай его и пропиши туда вот такое-то значение. Давайте я... Этим и занимается метод setDefault. Да? А если его нет, допустим, 600, запиши туда что-нибудь по умолчанию. Ну, например, 1, 2, 3. При этом он вернет это 1, 2, 3, как если бы это был get, но еще модифицирует содержимое самого d. Видите? И это за одну операцию проделывается. Удобная штука, вот, setDefault, когда вы хотите... Ну, вы точно не знаете, есть ли этот элемент в словаре или нету, но вам не нужно это проверять. Вам нужно просто, а если его нету, пускай добавят. Вот это оно и есть. Как ни странно, у D есть еще метод pop. Ему нужно только сказать, с каким ключом, ну, скажем, 0. Вот. При этом, так же, как в случае списка, этот элемент удаляется и возвращается. Но возвращается, как видите, значение. А если вы хотите парочку, то надо писать d.popitem. Дынс. При этом popitem, в случае popitem, наш d будет вообще работать как... ну, такой спискообразно, да, мы помним, что в словаре у нас лежат элементы последовательно в порядке добавления. Ну, а, соответственно, по этим их в обратном порядке оттуда удаляет, смотрите. Вот, видите, сначала этот, а потом этот. Сначала вот этот, а потом вот этот. Вот, по этим. Вы можете обновлять содержимое словаря с помощью другого словаря. Это, в общем, чтобы не делать это поэлементно, для этого есть update, да? Ну, то есть, смотрите, вот у нас есть dd, наш dd. Можно ему сказать dd.update от d. Вот. Что при этом произойдет? Все элементы, которые были в
D добавится в DD, а если там такие тоже были, то ли заменится, то ли нет. Давайте проверим. Я, кстати, не помню. Давайте проверим так. Первый словарь 1-1, 2-2, а второй словарь 2-4, 6-8. Да? Что будет, если мы скажем dd.update, d.update, да, я вам update сказал, вот dd. О, смотрите, все элементы нового словаря добавились в старый, а если там такие были, то заменились. 2 заменилось, вот 2-2 заменилось на 2-4. Вот. Кроме того, с совсем недавних пор, там с позапрошлого, кажется, питона, появилась вот такая операция. Фактически это тот же апдейт, ну-ка. Только не так, а вот так, да? Тот же апдейт, который не модифицирует наши словари, а просто их объединяет и дает, выводит результат. Жалко, что еще вот такой не появилось. Я бы с удовольствием ее приветствовал. Пересечение словарей. Но нет, пересечения еще нету. А вот объединение словарей можно делать вот такой операцией, очень удобно. Главное, что при этом сами словари не страдают. То есть вот эту операцию часто бывает нужно сделать, как бы получить новый словарь. Вот этот новый словарь он возвращает. Последнее, что я хочу рассказать про словари, и мы еще немножко поговорим про множество, благо время позволяет. Последнее, что я хочу сказать про словари, это что они в питоне используются практически везде. Удобный способ хранить что угодно под практически каким угодно ником, разумеется, им пользуются сами авторы питона. Помните нашу командочку dir, которая показывала список всех имен в текущем namespace. Я, кажется, говорил, что есть еще командочка globals, которая делает то же самое. Globals, я сказал. Командочка globals, которая делает то же самое, только показывает чуть больше, не только сами имена, но и их значения. Присмотритесь, пожалуйста, к этой команде, к результате работы командочки globals. Это вам ничего не напоминает? Да, это словарь. Да, это самый настоящий словарь. То есть, если мы напишем вот так вот, выяснится type от globals. Выяснится, что этот самый globals возвращает именно словарь. Есть грязненькое подозрение, что если я этот словарь модифицирую, а можно модифицировать его, да, можно записывать. Допустим, напишу что-нибудь такое. G равняется globals. Это не locals, а globals. Globals. Z. И напишу G, допустим, ну не знаю, что у нас там было. У нас был DC какой-то, да? G. DC. DC. А? Видите, да? Вот. То есть словари в питоне им доверяют настолько, что на них самих написан сам питон. Видите, да? Значит, если есть домашние хозяйки, то есть где-то дикие. То если есть функция globals, то, наверное, есть функция locals. Она есть. Она описывает словарь имен, которые локальны внутри вызова функции. Ну вот давайте сейчас напишем, просто чтобы было понятно, или наоборот непонятно, это зависит от уровня кипения ваших мозгов. А у нас еще целых 15 минут кипения. Ну, короче, в случае, когда вы работаете прямо в вызывающей программе, globals, locals и globals совпадают. Да, одинаковые они. А вот функции locals функция local сейчас нам выдаст ничего. Пустой словарь. Ни одного локального имени не задано. Давайте зададим. Ну, короче, вы меня поняли. Да?
Да? Значит, все те имена, которые мы видим в локальном пространстве имен при вызове функции, на самом деле лежат просто в этом словаре locals, который, как мы только что убедились, самый обычный словарь, просто вот обычнее некуда. Вот. Хикс-эдитор восхищается. Мне тоже очень понравилось, собственно, за что я люблю Python, это вот за такие приколы, скажем так, закрытие, как это, не умножение сущностей, да, вот очень много в Python сделано на Python с помощью Python. У нас осталось 15 минут на новую тему. Тут написано, если успеем множество, страдайте, мы успеем. Вот. Обычно я читаю лекции наоборот. Сначала рассказываю про множество, потом про словари. Но с нашей точки зрения, как вот начинающих программистов, словари важнее. Словари повсюду, множество не повсюду. Что такое множество? Тупо говоря, множество — это словарь без того, что он хранит. Всего, это просто набор ключей. Как задается множество, тоже фигурными скобочками, только без значений. Ну, допустим, s равняется 1,3,5,7. Вот. Да? В отличие от словаря, у которого, который задается парами, ключ значения, вот, множество задается ключами, ну, фактически его элементами множества. Давайте посмотрим, какое оно типа. Только не с большой, не с маленькой, а с большой. Множество. Зачем нужны множества? Ну, очевидно, что поиск в множестве, а реализовано с помощью той же хэш-таблицы, поиск наличия элемента множества такой же, почти такой же быстрый, или нет, даже более быстрый, чем примерно такой же, как поиск ключа в индексах словаря. То есть при удачной хэш-функции он вообще константа. А при неудачной, ну, какие-то там вот небольшие приседания происходят. Все ключи в множестве, разумеется, уникальны. То есть, если мы скажем s.add и добавим туда еще какой-нибудь имеющийся ключ, допустим, 9, то он там появится. А если мы еще раз его туда добавим, то ничего не изменится. Да? То есть, вот мы можем туда добавлять сколько хотим, понятно, дело, ничего не изменится. В случае словаря мы бы хотя бы перегрузили хранимый элемент. А здесь мы просто, вот видите, ничего не меняется. Порядок добавления элементов множества не гарантируется. Я думаю, что если мы сейчас сюда добавим еще несколько элементов, то они в конце концов переупорядочатся. Пока еще... О! Уже! Видите, да? Причем со стороны кажется, что они упорядочены по возрастанию. Это тоже неправда. Вот... Хотя вот почему-то мне, почему-то пока он пишет, что так. Ну, короче, это тоже неправда. Вот, это тоже неправда. Там на самом деле идет по значению хэшей. Вот, эти хэши тоже как-то делятся. В общем... Он говорит раскрыть. Раскрой, раскрой. А как нажать на кнопочку раскрыть? А, вот, раскрылось. Ну, почему-то они все равно упорядочены, но не верьте. Так не, это... А, я знаю, почему они упорядочены, потому что по хэшам они упорядочены. В общем, упорядочены они по хэшам, поэтому не верьте в то, что во множестве такое может быть. Допустим, если я напишу вот так вот... а как-то обратно скрыть уже никак. Если я напишу вот так вот, ой, только не так, сначала пустое множество, а потом уже вот так. О, пожалуйста, ключи во множестве упорядочены на самом деле по хэшам ихним, и соответственно никакой гарантии, что они будут лежать в порядке добавления, нету. Вот. На самом деле даже, ну, короче, вот вы меня поняли. Главная фишка множеств не в этом.
Да, конечно же, я забыл сказать, что множество, помимо их задания с помощью, ну, во-первых, пустое множество сдается вот так, не пользуйтесь вот этим. Вот это пустой словарь, а не пустое множество. Нету отдельного символа, отдельной комбинации для пустого множества. Пишите пустое множество вот так. Да? Множество может задаваться с помощью перечисления, множество может задаваться с помощью конвертирования из значит, последовательности множеством, при этом дублирующие элементы удаляются. У множества есть циклический конструктор, ну, что-нибудь такого типа, и умножить на 2 плюс 1 for i in range вот там, допустим, 4. Что я сделал не так? А, я и пропустил. Вся фишка, зачем нужны множества, это теоретика множественной операции над ними. Смотрите, T и S. Мы такое уже видели с объединением словарей, но объединение словарей появилось относительно недавно, кажется, в предпоследнем питоне. А объединение множеств, естественно, было вместе с множеством. Разумеется, с ними у них есть, помимо объединения, есть пересечение. Помните, что такое пересечение, да? Это элементы, которые встречаются и там, и сям. Разность. Это элементы, которые встречаются в T, но не встречаются в S. Симметрическая разность. Это элементы, которые встречаются ровно в одном множестве, но не в двух. Кажется, все. Кажется, больше нету. Кажется, больше нету. Сейчас, давайте попробуем просто посмотреть, какие есть методы dirt. Dirt. Какие есть методы умножеств. А, да, разумеется. Это, кстати, интересная идея. Давайте попробуем. У меня, вот я это никогда не пробовал, а было бы интересно проверить. Вот так вот. S and T. Да, U. U in S. Да не U in. Не работает. Значит, проверка на то, является ли множество подмножеством другого, не имеет синтаксической конструкции. In в данном случае это проверка на то, что что-то является частью множества. Например, 5 in S false, 1 in S true. Да? А проверка на то, является ли множество подмножеством другого, пишется вот так вот. U is subset от S. Да. Ну и наоборот. Включено ли множество в другое? И суперсет. А из disjoint ты вообще не знаешь, что такое. Сейчас посмотрим. Если они пересекаются. То есть... Проверка на то, что пересечение этих двух множеств не пустое. Мы можем писать что-то типа if, допустим, t пересекается с s, вот. Но для того, чтобы это проверить, нам нужно создать новое множество. Предположим, наше множество t и s здоровенные и очень сильно пересекаются, у них там по 100-500 общих элементов. Тогда в результате вот этой операции, а операции на множествах, в общем, быстрые, придется создать новое множество, а потом тупо проверить его на пустоту. Вот. Поэтому так писать не рекомендуется, а писать рекомендуется вот так. T is disjoint, is disjoint, is disjoint от S. Работать оно будет точно так. А, not. Соврал. Not. Null intersection. Да блин. Слово not забыл. Во. Значит, null intersection, да? Наоборот, они не пересекающиеся. Извините. Disjoint, это значит, что они не пересекаются. Я сильно подозреваю, что такая операция работает. Это надо потестить, конечно. Но я бы на месте разработчиков Python сделал так, чтобы эта операция работала существенно быстрее, чем вот такая конструкция. Вот. Ну, то есть тоже, тут тоже, значит, not надо было написать. Ну, в общем, вы меня поняли. Почему? Потому что для того, чтобы вот эта конструкция сработала, нужно составить
нужно составить новое множество с этим самым пересечением, оно может быть здоровенное. А для того, чтобы вот эта конструкция сработала, нужно там где-то внутри проверить на вот это непересекаемость, но вот. Да, есть еще поп, который выдает некоторые произвольные элементы из множества, непредсказуемо какой, извините. Нет, у множества нет упорядоченности. И есть remove, который позволяет найти и удалить элемент. Естественно, он свалится, если мы пытаемся удалить элемент, которого там нет. Это такой же remove, как в списке. Так, я, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Значит, в конспекте я про множество напишу, раз уж мы про них успели. Вот. Хочу напомнить, что множество, значит, пока вы задаете вопросы, хочу напомнить, что поиск элемента в множестве, вот этот in, это то, ради чего они придуманы, потому что он быстрый, потому что это хэш-таблицы, и при этом это в множестве нельзя положить нехэшируемый элемент, мы не можем написать множество, в котором лежит что-то модифицируемое. Такого множества не бывает. Unhashable type. Что роднит его с индексами словарей. Вот. И всякий раз, когда у вас есть позыв сложить что-то в кучку, а потом проверить if элемент in кучка, да, только наоборот. Озаботьтесь тем, что эта кучка была множеством. Вот. Тогда вы сильно убыстрите поиск, потому что любой поиск на in в последовательности типа строка или кортеж или список, он долгий. А этот элемент быстрый. То есть храните ваши кучки в множествах. Вот что я хотел сказать. Вопросов не последовало. Тогда, видимо, всем спасибо и до свидания. Спасибо за похвалу. Вот. И до встречи в следующий раз. Что будет в следующий раз, не знаю. Там будет видно.